Портативная техника в помощь учителям. По поручению губернатора Василия Бочкарева Управление информатизации Пензенской области на средства регионального бюджета обеспечивает учителей нетбуками. В канун Нового года в личное распоряжение их получили еще 212 преподавателей Заречного. Новый год как некая точка отсчета нового, да, всегда мы строим какие-то планы, какие-то мысли свои, пытаемся подвести итог, сформулировать какие-то задачи на следующий год. Эти задачи, насколько мне Елена Васильевна доложила, очень амбициозные. Вот. И это, наверное, хорошо, поскольку стоять на месте нельзя, нужно постоянно двигаться, только движение – жизнь. Мы все это прекрасно знаем. Вот. И хотелось бы, чтобы вот те мысли, которые у вас есть, и планы, которые вы пытаетесь реализовать, ну, некую помощь вам оказала и та техника, которую мы сегодня вам подарили. Это уже вторая партия нетбуков. Ранее их уже получили 159 зареченских педагогов. Теперь все учителя нашего города обеспечены портативными компьютерами. Рассматривается вопрос о такой же возможности для педагогов учреждений дошкольного и дополнительного образования. Ольга Савкина, Олег Хабибуллин, телерадиокомпания «Заречный».